בוקר טוב, שלום עליכם, פרשת השבוע ישראל מהלכות סעודה, יהיה רצון שדברי תורה לנשמת כל הציונים וחלם חי סבלה תמרה, לאלה עובד אסתר, הלכות בן סורי, בן תורה חי בן עדינה, לסחת המסור, בבת המסור, חי שם אלה חיים בניה, בן מרים, שמעון חיים בן מזל, אלה חי הכהן בן ציפורה, יושב בן מלכה, וגם כל עם ישראל רפואה שלמה, בעזרת השם פרשת מהלכות סעודה, יסלדו שהלכות, דאז'ה כך ואני נכזל, זנם פניאטה מסמי פסיבי, и является культурой еды, они записаны в Шулхан Арух. Говорит Аллаха, когда мы сидим за столом и едим, мы не должны смотреть на того, кто ест, и смотреть на то, что он ест, чтобы ему не было, чтобы он не постеснялся. Кроме этого, человек, который кушает, должен быть аккуратным, чтобы не запачкать свою одежду. И желательно, чтобы человек кушал вилкой или ложкой, а не кушал руками. И когда кушает, должен кушать только одной рукой, а не двумя руками сразу. Кроме этого, когда человек кусает, не должен откусывать слишком большой кусок, чтобы ему было тяжело жевать. Следующее говорит Аллаха. Человек, когда кушает, не должен торопиться жевать. Когда жует, должен кушать спокойно, не торопясь, а не как обжоры, побольше затолкать в рот, побыстрее проглотить. Должен кушать спокойно. Дальше говорит Аллаха. Человек не должен облизывать свои пальцы после того, как он съел, или когда он ест, и не показывать излишнюю любовь и привязанность к еде. Человек, как мы сказали, не должен кушать слишком большие куски, должен откусить ровно столько, чтобы он еще мог спокойно говорить, и люди его могли понимать. Дальше говорит Аллаха. Человек, ты взял картошку, съел, пока ты ее не прожевал и не проглотил, не тяни за второй картошкой или за следующим кусочком еды, который ты хочешь есть. И сегодня даже врачи или натуропаты тоже говорят, что сегодня проблема в ожирении в чем? То человек торопится кушать. И поэтому человек, и нашему мозгу занимает примерно 20 минут, чтобы он осознал, что человек начал есть и что он уже насытился. Поэтому человек уже, в принципе, достаточно съел, но до мозга нужно 20 минут, чтобы это дошло. Поэтому человек, который кушает спокойно, тогда все происходит так, как надо. И вовремя он сможет остановиться. Человек, который торопится, поэтому потом у него растет пузо и так далее. Поэтому человек, не протягивай к следующему куску еды, пока ты то, что у тебя во рту есть, не проглотил. Кроме того, говорит, «Весик мят мен лиса лиса ахерет». Вело ишма коль бейт алиса. Немного сделай паузу перед первым, то, что ты проглотил, и начал есть дальше. И тем более, когда ты жуешь, чтобы не было никаких звуков, что то есть человек не должен чавкать, когда он ест, должен культурно, как надо, сидеть за столом. Баруха дуна ле олам. Амин ве амин.